Я вообще-то по основному образованию детский психолог. Но так получилось, что вместе с моим соавтором по работе с детьми мы стали соавторами по публицистике с Татьяной Львовной Шишовой. Мы вместе работали с детьми, которых по науке называют дети в пограничных состояниях психики. Вот. Вообще реально это дети с трудным поведением или, как теперь модно говорить, с проблемами. А почему это называется пограничное состояние психики? Потому что они на грани дурного характера и болезни. Последствия дурного воспитания и болезни. Последствия какой-то не очень тяжкой психотравмы и болезни. То есть даже специалисты часто не могут между собой договориться, что это за ребенок. С особенностями характера или с неврозом. Дурного воспитания или психопат. Вот психопатия и невроза как раз входят в пограничное состояние психики. И таких детей, к сожалению, сегодня очень много. И в школах, и в детских садах, и просто среди нас. Как, впрочем, и взрослых пограничных состояний психики, к сожалению, очень много. Потому что именно эти состояния в основном зависят от того, как воспитывают детей, на что их ориентируют не только родители и педагоги, но и вся жизнь, вот какие жизненные ценности им предлагают. В принципе, это соответствует всем известной пословице «где тонко, там и рвется». Вот дети с тонкой психикой сегодня очень часто бывают такими детьми, которых на профессиональном психиатрическом жаргоне называют пограничники, дети в пограничных состояниях психики. Их стало гораздо больше, чем в позднесоветское время, когда я работала в детской психиатрической больнице. И эта статистика не была для меня закрытой, она была закрытой для обычных людей, но для профессионалов она была открытой. Я вам могу сказать, сколько, скажем, в начале 80-х годов было детей в пограничных состояниях психики, от 4 до 6%. Сегодня одни специалисты говорят, что их 70%, другие специалисты договариваются до того, что их даже 90%. Хотя, честно говоря, я ни той, ни другой цифре не верю, хотя я статистикой и не занимаюсь, но я практически психолог, и я очень много вижу детей. Но даже вот по моему самому мягкому подсчету, потому что, знаете, специалисты часто любят завышать цифры той патологии, с которой они работают. Даже в советское время была такая шутливая поговорка: «Наш паралич самый прогрессивный». Ну вот я говорю, что по самому моему мягкому подсчету, хотя я, ну так, научно, я повторяю, статистикой не занималась, процентов-то 40 есть. И это все равно не 4 и не 6, а, как сказал бы математик, на порядок больше, ровно на порядок. И, как вы понимаете, это угрожает не только отдельным детям, но и всему роду и народу. Потому что эти дети завтра станут взрослыми, и когда столько взрослых в пограничных состояниях психики, это ужасно. Но это свидетельствует, с другой стороны, о том, что у нашего народа вообще тонкая психика. Вот я вам скажу, как человек, который видит не только много детей, но и много взрослых, потому что детей приводят родители, с одной стороны. С другой стороны, я очень много езжу в командировки, самые далекие уголки, вот скоро полечу в Корт-Находка на конференцию. И я всегда как-то, ну, общаясь с людьми, стараюсь сохранять даже в таком непосредственном общении профессиональную наблюдательность. И я вам могу сказать, что у нас вообще людей с тонкой душевной организацией очень много. Поэтому, может быть, когда наша общественная жизнь, наша государственная жизнь претерпела такой слом, как в последние двадцатилетия, и появилось такое количество людей с выраженными уже неврозами. Вот это те самые люди, те самые дети, в частности, которые при благоприятных условиях
как раз могли бы стать, ну, то, что теперь называется гордостью нации. Дети с тонкой душой, которые становятся художниками, поэтами, музыкантами, учеными, хорошими педагогами, потому что хороший педагог – это человек обязательно с тонкой душой и обязательно хороший психолог и психотерапевт. Вообще совершенно невозможно провести грань, где кончается настоящая педагогика и начинается психотерапия. Любой педагог, который сталкивается с детьми, занимается волей или неволей психотерапией, конечно. Так вот, очень обидно, что именно эти дети в первую очередь страдают сегодня пограничными состояниями психики. Потому что дети с тонкой душой вот эту новую жизнь выдерживают плохо. Вы спросите, почему? Казалось бы, у них нету, как у взрослых и пожилых, и старых людей, образца другой жизни. Вот скажем, почему у взрослых людей, как сегодня говорят, едет крыша, это понятно. Тут нет никакого секрета, и не надо быть профессионалом для того, чтобы сказать, почему. Но в психиатрии даже есть такой термин – ломка костного стереотипа. Так вот, когда люди всю жизнь воспитывались на одних ценностях, усваивали один образ жизни, одни приоритеты, а потом им резко это все поменяли, это называется ломка костного стереотипа. Вы все это прекрасно знаете на примере тех своих близких, которые ушли на пенсию. Вот это очень яркий пример, как правило, ломки костного стереотипа, когда человеку уже немолодому говорят, хватит тебе работать, уходи на пенсию, займись внуками, огородом, поживи для себя, и он вроде на это соглашается. То есть на уровне сознания и он хочет вроде бы уже покоя. Но вот этот стереотип отдавать жизнь работе, он срабатывает, и у человека происходит обрушение здоровья и психического, и физического. Вот это и называется ломка костного стереотипа. Но у детей-то ничего этого нет, они родились уже в новой жизни. У них нету образцов другого поведения, другого отношения к жизни, других ценностей. Что же с ними происходит? Почему так много детских неврозов? Почему так много детей-психопатов? Я думаю, именно потому, что и дети на бессознательном уровне очень легко травмируются новыми жизненными установками. Потому что существует понятие генетической памяти. Честно говоря, пока не началась перестройка, а с ней и пришло вот это обрушение жизненных стереотипов, я не верила в генетическую память. Ну, когда я еще училась, я изучала такого крупнейшего психолога и психоаналитика Карла Густава Юнга, швейцарского психоаналитика, главного конкурента Фрейда. И у него есть такое понятие «коллективное бессознательное». Это примерно то же самое, что мы называем генетической памятью. Это какая-то глубинная память человека о культуре его предков. И я всегда считала, пока не началась перестройка, что это один из психоаналитических мифов. В психоанализе очень много мифов. Например, миф фрейдовский, что все зависит от ранней травмы, от ранней сексуальной травмы. Это сущий бред. Вот на своем опыте могу вам сказать, что это бред и чепуха. И эту травму психоаналитики западные очень часто навязывают взрослому человеку, который приходит на прием. Я это видела за границей. А как человек проверит, что он там видел в 9 месяцев в спальне родителей? Они ему прямо внушают, что он был этим травмирован, или что он слишком долго сидел на горшке в 3 года, и от этого все его жизненные беды. Это, конечно, ерунда. Это способ выкачивать деньги из людей. Сам Фрейд был очень талантливым практиком, и когда я внимательно изучала его работу, я видела, что
ну вот когда читаешь протоколы его бесед с больными, сам он очень далеко часто отходил от своей теории, от своего фрейдизма, от своего психоанализа и действовал интуитивно, как любой талантливый врач. Это все равно как Станиславский, вот старики, которые еще застали спектакли, скажем, 30-40-х годов, они рассказывают, московские старики, что в Амхате были потрясающие гениальные спектакли, постановки Станиславского или Немировича Данченко, который умер несколько позже Станиславского. Станиславский, по-моему, в 38-м году умер, если я не ошибаюсь. Но потом осталась система Станиславского, и мы видим, что если режиссер бездарен, ничего он хорошего по этой системе не поставит. Вот так вышло и с психоанализом. Но когда на Западе видишь, как работают врачи, это не просто смехотворно, а как-то вредоносно. Потому что вместо того, чтобы человеку помочь, они только его еще больше запутывают, начинают ему врать, что он в детстве там не досидел или пересидел на горшке, вот, и не находит реального выхода из проблемы, а просто выкачивает деньги, причем годами это часто длится. Так вот, я никогда не верила в эти психоаналитические мифы, но догадка Юнга, что существует коллективное и бессознательное, оказалась правдой. И я это увидела на примере сегодняшних детей. Потому что, я еще раз повторяю, они не знают старой жизни. Они родились сегодня. Но их коллективная бессознательная, их генетическая память очень травматично реагирует на новые жизненные установки. То есть оказывается, что они для психики, особенно тонких натур, вредоносные и разрушительные. Ну, установка, скажем, на приоритет богатства, абсолютно чуждый нашей культуре, а потому и генетической памяти. Установка на антипатриотизм. У нас очень патриотичная культура, а следовательно, и генетическая память. У нас люди считали за счастье проливать кровь за свободу Отечества. А теперь, когда мы учим собственных детей, как откосить от армии, дети, может быть, на уровне сознания с восторгом на это реагируют. Но их коллективное бессознательное реагирует отрицательно. Это очень вредоносно для психики. Вот такая антипатриотическая позиция. Установка на жизнь только в пределах своей семьи. Вот вы заметили, что сейчас это внушается и кажется очень милым. А действительно, что нам волноваться, что там происходит? Все равно мы ничего не поделаем с этим. Замкнемся лучше в своей семье, будем думать о своих детях, о своих близких. То есть вроде бы это звучит очень достоверно. Но русская культура, а следовательно, и генетическая память не позволяет успокоиться на этом. Потому что соборная культура, ну в церкви это называется соборность, а в бытовой жизни это называлось общинность, а в советской жизни это называлось коллективизм. Это все разные уровни и разные названия одного и того же свойства. Любви к совместной жизни, к совместному деланию, к взаимопомощи, к участию в жизни друг друга. И когда нам внушают обратное, мы, взрослые люди, реагируем на это болезненно, хотя иногда делаем вид, что соглашаемся и себя уговариваем соглашаться. Но то, что мы на это реагируем болезненно, понятно, потому что нас к другому приучали. Но на это болезненно реагируют и дети, потому что у них такая генетическая память, общинная, соборная, коллективная. Очень, конечно, важная установка русской культуры – это установка на презрение ко всему низменному, ко всему бытовому, установка на аскетическую жизнь, а потому пренебрежение бытовыми удобствами, роскошью, ну вот тем, чем сейчас даже бедные люди себя могут баловать комфортом. Комфорт – это хорошо, это очень приятно, и часто это облегчает жизнь. Потому что человек тратит вроде бы меньше энергии на самосохранение. И у него вроде бы освобождается больше энергии для чего-то более важного. Но с другой стороны,
Вот когда комфорт становится идолом, когда качество жизни, а это очень ложное словосочетание, качество жизни — это совсем другое, на самом деле уровень жизни становится чем-то главенствующим, на это болезненно реагирует генетическая память, в том числе и детская. Помните, в советское время это называлось мещанство. А вот сегодня это мещанство ставится во главу угла фактически. И это очень вредоносно для психики, оказывается. Потому что другое коллективное бессознательное, другая генетическая память. Сегодня очень широко пропагандируется отмена стыда. И говорят, да это ложный стыд, не надо стесняться. Ложного стыда вообще не бывает. Иногда бывает ложное бесстыдство. Вернее, даже не иногда, а очень часто в подростковом возрасте. Мы видим, что, ну, особенно сегодняшние ребята хотят показать, какие они крутые. На самом деле они стесняются, но они делают вид, что им не стыдно. То есть ложное бесстыдство бывает. Ложного стыда не бывает в интимных вопросах. Вот плохо, когда человеку мешает ложный стыд оказать помощь или сочувствие хотя бы на словах. Вот вроде кто-то умирает у наших знакомых, а мы стесняемся позвонить, нам кажется, что все эти слова фальшивые, и лучше не звонить вообще, потому что не знаешь, что говорить. Вот это ложный стыд. Или когда нам стыдно пойти на исповедь и признаться каких-то нехороших поступках. Это ложный стыд, вот с ним надо бороться. Но в интимной сфере ложного стыда не бывает. Это самое, что ни на есть, определяющее не только нравственность, но и психическую норму чувства, особенно для людей с генетической памятью, которая сформирована православной культурой. Человек на уровне сознания может быть очень далеким от церкви. Не только от церкви, но и от Бога, как ему кажется, он далек, он не верит ни во что такое. Но коллективное бессознательное у него все равно сформировано русской культурой, которая уже тысячу лет православная. От этого никуда не деться, ни верующим, ни неверующим. Так вот, русская культура очень целомудрена. Вот интересно, что когда я была студенткой, я несколько раз ездила с фольклорными экспедициями на север, например, в Архангельскую область. И пару раз мне удалось увидеть настоящие традиционные свадьбы, которые, наверное, уже мало где можно увидеть в России. Здесь вряд ли, а на далеком севере еще можно. Я помню, что меня, студентку, поражало, что свадебные песни напоминают погребальные плачи. Это так удивительно было мне. И я видела, что на уровне сознания, вот видите, я сама пользуюсь психоаналитическими терминами, несмотря на то, что разругала психоанализ. Но термин очень удобный. На уровне сознания... Ведь мать и отец счастливы, когда они девку сбывают с рук. Ну, особенно в деревне, когда замуж выдают. Это счастье, это праздник. Откуда же эти песни? Почему такое оплакивание? Как над покойником плачут над невестой. И только потом, когда я стала думать о причинах массовых неврозов сегодня, я догадалась, оплакивать невинность. Плачут по невинности, которая утратится теперь в законном браке, в венчанном браке, но все равно она будет утрачена, а это такая ценность для русской культуры, что плачет как над покойником, над невестой, потому что ночью она потеряет невинность, а невинность – это драгоценность. Вот какая целомудренная здесь культура. И вы представляете себе, когда здесь стали и детям, и взрослым, даже взрослым же стыдно слушать про этот безопасный секс, вот про все это, что сегодня и по телевизору, и в газетах, и в журналах, и в рекламе. По Москве ходить стыдно стало, особенно по центру. Не знаешь, куда глаза девать, но поскольку я детский психолог, я прежде всего думаю, к
как это с детьми теперь ходить по улицам? Вот куда прятать детей от этого безобразия, от этих полуголых баб с какими-то сатанинскими харями вместо лиц? У них же страшные хари. А понимаете, в психологии есть такое понятие очень важное – импринтинг, первообраз. Мальчики – это будущие мужчины. И вот их первообразы женщин. Они получают из этой жуткой рекламы каких-то похабных девиц. Некоторые с синими губами. Они рекламируют сигареты Галуаз французские в синих пачках. Поэтому у них губы накрашены синей краской, ногти синие. Ребенок же не понимает, что это реклама цвета пачки сигарет. Это эстетика морга. И вот его первообразы. Ну как он может относиться к женщинам, когда вырастет? Неизвестно. Большой вопрос. Большой вопрос. Вот сейчас модно говорить о всяких садомских грехах, о таких, как гомосексуализм. Очень может быть, что отвращение к женщинам, которое формирует вот эта реклама, и побуждает во взрослом возрасте искать что-то другое. Вполне может быть. Я вполне это допускаю. Так вот, непонятно, куда сегодня девать детей в большом городе. Здесь у вас блаженство. Вот я сейчас проехалась по улицам. Вообще глаз не хочется отрывать от домов, от домиков этих прекрасных. Я не знаю, конечно, может быть, это такой взгляд извне. Наверное, в этих домиках нет удобств. Наверное, в них поэтому не очень комфортно жить. Но такой город чудный. Сейчас в большом городе, особенно в таком, как Москва, хуже всего растить детей. Да, честно говоря, взрослому человеку неприятно в этом жить. Вот в этих огнях казино, варьете, рекламы. Это все, знаете, во вкусе каких-то выросших детей из помойки, которые огребли большие деньги. Ни для кого не секрет, что так называемые новые русские не самым честным путем эти деньги добыли. Но я-то с этими новыми русскими вынуждена общаться, как с родителями своих пациентов. Вот интересно, что поскольку в этих семьях очень часто нарушаются как раз традиционные установки жизненные, именно у них больше всего детей, страдающих пограничными состояниями психики. У них очень много детей с неврозами. Хотя, казалось бы, такое сверхблагополучие. То есть тут за счет социальной неблагополучности, социального неблагополучия никак не отнесешь эти сдвиги психики. У них есть больше, чем нужно детям в 100 раз. Вот больше, чем нужно обычному ребенку. А крыша едет у этих детей гораздо чаще, чем у детей из обычных семей скромных. Гораздо чаще. Потому что эти люди исповедуют совершенно другие ценности, не свойственные культуре, не свойственные поэтому генетической памяти. Я даже думаю, что такое количество пограничных состояний, может быть, происходит от того у детей и у многих взрослых, которые подчиняются на уровне сознания этим новым установкам, боятся быть замшелыми, дремучими, деревенскими. Нас же так затравили, что мы отстали от мировой цивилизации, от которой лучше было бы, честно говоря, отстать навсегда. Вот. Я думаю, что происходит какая-то сшибка сознательного подчинения вот этим новым жизненным стереотипам и бессознательного протеста. Вот эта постоянная сшибка, она и приводит к неврозам. А в чем выражаются неврозы? Может быть, не все тут знают. У кого-то это тики. Глазные, не только глазные. Бывает, что носом подергивает ребенок. Бывает, вот так вот делает головой. Бывает, всем телом подергивается. Так что тики бывают самые разные. Заикание. Энурез. То есть, когда ребенок писается в том возрасте, в котором уже нормальный ребенок не писается. Проверяешь, с почками все в порядке, с мочевым пузырем все в порядке. Это так выражается его невротизация. Повышенные страхи, их сейчас очень много. Сверхзастенчивость. Вот, кстати, хочу вас предупредить, ни в коем случае не надо нормальную застенчивость принимать за патологию. Сейчас есть такая тенденция.
Надо быть раскованным, раскрепощенным, а ты зажимаешься. Совершенно нормально, когда ребенок в новой обстановке ведет себя не так, как в привычной. Совершенно нормально, когда с чужим взрослым он разговаривает боязливо, совсем не так, как со своими родственниками. Это же нормально. И нормально, когда ребенку эта застенчивость мешает жить. Когда он, скажем, проходит несколько месяцев, а он в новом классе не может освоиться. Или он уже 100 раз ходил в эти гости с родителями, а он все еще сидит там, не поднимая головы. Вот это уже сверхзастенчивость, которой надо заниматься специально. Это уже, можно сказать, форма невроза. Вот невроз часто в этой сверхзастенчивости выражается. Выражается он часто и в том, что вроде бы противоположно сверхзастенчивости, в повышенной демонстративности. Но люди, работающие с детьми, прекрасно знают, что очень часто сверхзастенчивость принимает форму демонстративности. И даже вот эти дети-шуты, которые бывают почти в каждом классе, и которые просто сводят с ума молодого педагога, педагог обычно боится в этот класс войти. Он знает, что сейчас будет ад. Сейчас этот ребенок ему все отравит. Так вот это дети, как правило, страдающие сверхзастенчивостью, чувством неполноценности, чувством нереализованности своих актерских способностей, которые у таких детей от природы есть, ну и так далее. Вот я, кстати, оставлю вам книжку, обязательно пусть будет здесь. Она называется «Разноцветные белые вороны». Эту книжку мы написали довольно давно с Татьяной Львовной Шишовой, и она включает в себя две книги. Одна называется «Книга для трудных родителей», а другая называется «Лекарство кукольный театр», потому что наш авторский метод связан с простейшим кукольным театром. Поэтому, видите, тут на руке такие маленькие вороны. Ну а почему разноцветные белые вороны? Потому что эти дети, странные дети, чувствуют себя белыми воронами, но на самом деле они хоть и белые вороны, но все разные. У всех разные нарушения поведения, разные трудности характера. Поэтому книгу мы назвали «Разноцветные белые вороны». Вот в этой книге мы немножко рассказали, даже не немножко, а довольно много, о наших воспитательных принципах и о том, как мы занимаемся с такими детьми вот по своему методу. И хочу вам сказать, что когда начинаешь с детьми и с родителями работать, и когда видишь, что родители, а иногда и педагоги теперь школьные, как-то в воспитании детей отклоняются от основных принципов нашей культуры, от основных традиций этических, вот у детей очень часто и возникают такие патологии, о которых я говорю. И самое страшное, можно сказать, ядерный взрыв психики детей возникает вот от этого нарушения стыдливости. Хотя, опять же, они вам могут демонстрировать, что они от этого в восторге. Но аргумент «детям нравится» – это аргумент абсолютно несостоятельный, потому что детям больше всего нравится взрывать гранаты, если это мальчики. И мало ли что еще плохое нравится девочкам. Для того и существуют авторитетные взрослые, чтобы не давать детям делать то, что нельзя, что вредно. Вот сейчас очень модно говорить о том, что дети делают такой выбор, это их проблема, они имеют право. Но дети могут делать выборы между жизнью и смертью, а мы что, их не остановим? Вот наркотики – это тоже их выбор. И ужасно, что многие взрослые, вредоносные взрослые, подлые взрослые, которые издают вот эти подростково-молодежные журналы, которые по телевизору показывают жуткие передачи, в том числе и для подростков, да и для взрослых тоже. Вот. Ужасно, что мы считаем, что ничего с этим не поделаешь. И что этому бесполезно сопротивляться или не нужно сопротивляться, потому что такова современная жизнь. В этой жизни нет ничего современного. Разврат очень стар. Можно сказать, что
Это достояние древности даже. Или недостояние. Достоянием это назвать трудно. То есть пороки, они очень все древние, ничего нового никто не придумал. Вот. А то, что это разрушительно для психики, я вижу. Я вижу, как дети, конечно, принимают то, что им навязывают взрослые, потому что взрослые, которые издают эти журналы подростковые, взрослые, которые показывают это по телевизору, они же для них авторитетны. Дети-то думают, что это вон какие люди, журналисты издают, или телевизионщики раздеваются догола и говорят всякие гадости. Но мы, нормальные взрослые, взрослые, которые не желают детям зла, обязательно должны сделать все для того, чтобы они, во-первых, не смотрели телевизор. В сегодняшней реальности, вот я это говорю ответственно, детям вообще не надо смотреть телевизор. И даже, честно вам скажу, лучше бы его в доме не было вообще. Вот в Москве обычно мне говорят: ну что ты говоришь, есть прекрасный канал «Культура», может быть. Но дети, я вас уверяю, особенно когда они остаются одни, они не будут искать в этой куче навоза жемчужное зерно. Какую-то хорошую передачу по каналу «Культура», который тем более далеко не везде показывают. Ребенок будет смотреть всякую гадость, всякий мусор. Особенно, конечно, вот я уже сказала, травматично это сексуализация жизни. Потому что это такое отклонение не только от свойственного нам коллективного бессознательного, от той культуры, которая записана в нашей генетической памяти. Это вообще отклонение от психической нормы. Потому что психическая норма обязательно включает в себя чувство интимного стыда. Если это чувство разрушено или деформировано, это означает тяжелую шизофрению. Не пограничное состояние психики, а шизофрению. То, что называется в психиатрии болезни большого круга. Вот такой есть психиатрический термин. Так вот, шизофрения – это болезнь большого круга. Это не то, чем занимаются детские и взрослые психологи. И даже не то, чем занимаются психотерапевты. Это то, чем должны заниматься психиатры, назначая очень серьезное лечение. Таблетки, уколы, стационар, как правило. Вот какое поражение психики наносит сегодняшнее разрушение стыда. Не только нравственности, но психики. Потому что чувство, которое определяет психическую норму, это чувство интимного стыда. Это когда человек понимает, о чем говорить при всех, о чем говорить только с самыми близкими, а о чем никогда не говорить ни с кем. Вот о проблемах спальни лучше не говорить ни с кем и никогда. И вот эту норму и пытаются сейчас разрушить, и, к сожалению, часто достигают успеха. Опять же, в основном, когда речь идет о детях. Потому что люди взрослые, пожилые и старые, они были детьми в советское время, советская школа не растлевала, советские детские и подростковые юношеские журналы не развращали, и вся жизнь не развращала. Не было ни этой рекламы, ни некоторых школьных инноваций. Вот я, кстати, хочу показать, какая у нас недавно вышла книга в Саратове. Она называется «Безобразие в образовании». Я тоже оставлю один экземпляр. У меня, к сожалению, почти нету дома книг. Вот. Ну, не к сожалению, на самом деле к счастью, потому что эти книги очень быстро раскупают. Вот. И даже автор не может, зайдя в магазин, их купить. Вот. И там мы описали разные вредные инновации, такие как валеология или уроки здоровья, вот, как сексуальное просвещение, к сожалению, как граждановедение в том виде, в котором оно преподается, к сожалению, как уроки ОБЖ в том виде, в котором они сейчас существуют, они очень вредны для психики, ну и так далее. Тут много всего. Вот всякие профилактические программы, связанные с предупреждением наркомании и СПИДа, они, как правило, вредоносны, потому что любой из нас, любой педагог знает, что как только обращаешь внимание детей на какую-то гадость, даже если ты делаешь это с целью профилактики, вот,
Именно к этому и возникает интерес, как к запретному плоду. Это азы педагогики. Не говоря уж о том, что там много развращающего, растлевающего детей в этих программах. Они все написаны как под копирку, хотя пишут их разные авторы в разных городах и в разных учебных заведениях. Поскольку я проанализировала кучу таких профилактических программ, у меня такое впечатление, что все они переведены с английского или с голландского, с некоторыми небольшими модификациями. Вот. Что касается американского и голландского, вот, к сожалению, об Америке я имею очень реальное представление, потому что мой младший брат уже 12 лет работает в Америке и растит там троих детей. И, в общем-то, приходится давать ему понять в последние годы, что лучше пускай он приезжает повидать меня и маму без них. Не потому, что мы не любим маму своих внуков, а я своих племянников. Я очень их люблю, но именно поэтому мне тяжело видеть, как их расчеловечивают, как их расчеловечивает американская школа, в каких трех обезьянок они превратились. Несмотря на то, что это дети, растущие в православной семье и посещающие православную церковь в Бостоне. То есть у них домашнее воспитание не такое, как в Америке, как в американской семье, гораздо лучше, гораздо правильнее, что ли, гораздо нравственнее. Но школа делает свое дело, окружение делает свое дело. Вот представьте себе, каково мне было, когда моя старшая племянница, приехав 2 года назад вместе со своим папой, моим братом, повидаться, милая такая курносая девочка, совсем ребенок на вид, но уже тогда она училась в 9 классе, сказала мне: какое счастье, что в нашей школе появился новый учитель математики, мистер Браун. Я говорю: а в чем счастье? Он хорошо преподает математику. Она говорит: да дело не в этом. Он открытый гей. Я поперхнулась бутербродом, который в это время ела. Но постаралась не подать виду, думаю, надо узнать побольше, а то я ее спугну, и она ничего мне не расскажет. А все-таки нам же важно понимать, что там делается в том цивилизованном мире, в который нас так приглашают поскорее войти, влиться. Она говорит: а знаете, они так руками делают, вот как актеры в американских фильмах. Во-первых, мимика какая-то такая утрированная, обезьянья. Она сказала: тетя Ира, ну почему вы не понимаете таких простых вещей? Они, видно, копируют артистов. Я говорю: я не понимаю, а что в этом хорошего для математики? Да дело не в математике. Вы понимаете, что в нашей школе до сих пор некому было возглавить клуб геев, лесбиянок и сочувствующих. Во всех школах нашего штата Массачусетс есть такие клубы, а в нашей школе не было, потому что не было председателя. А теперь пришел мистер Браун, открытый гей, и он возглавил. Ну, я уже вообще не могу ни есть, ни пить, но делаю вид, что ничего особенного. Говорю: да? А ты тоже состоишь в этом клубе? Да нет, мне мама не разрешает, и отец Василий в нашей церкви говорит, что за геев надо молиться, но не надо в этом клубе состоять. А все мои подруги стали его членами. Я говорю: а зачем, Леночка, разве они геи и лесбиянки? Она говорит: да нет, тетя Ира, ну почему вы ничего не понимаете? Как долго вам все надо объяснять? Вы поймите, я уже учусь в 9 классе. Еще 2 года, и мне надо будет думать о том, как поступить в престижный университет. Я говорю: ну и что, при чем тут школьный клуб? Она говорит: ну опять вы не понимаете. Вы что, не знаете нашу американскую жизнь? А я не знаю. Я не была у нее в гостях. И как-то, честно говоря, не хочется. Особенно после таких рассказов. Никакого желания. Хотя брат на меня уже обижается. Она говорит: ну это же дает лишние баллы при поступлении. Я говорю: что, членство в этом клубе дает лишние баллы? Она говорит: ну конечно. Я говорю: ну а ты в какой-нибудь другой клуб поступи. Она говорит: да можно вступить в другой школьный клуб. Например, у нас есть клуб антирасистский. Но это меньше баллов. Это дает самый большой приоритет. Я тоже вспомнила, как в советское время у нас был или разряд, или комсомольская работа. Но
я вам скажу, что лучше уж разряд и комсомольская работа, как дающие дополнительные приоритеты при приеме в ВУЗ. Вот, такие дела печальные и в Америке, которую я не видела, но вот много интересного узнаю. Я бы вам много могла рассказать, просто мало времени. Я такое слышу и от брата, и от племянников своих. Ну, вы не представляете себе. То есть у меня информация из первых рук. Поэтому у меня одно желание – навсегда отстать от мировой цивилизации. Я вам даже больше скажу. Я должна признаться, что у меня появилась постепенно тоска по железному занавесу. Потому что в странах Западной Европы я бывала в командировках очень много. Там ничуть не лучше ситуация. Вот, знаете, когда туристы приезжают в Западную Европу, они, может быть, из окна туристского автобуса видят всякие старинные замки, костелы и особняки. Вот. А я приезжаю в командировки, я общаюсь со своими коллегами, я вижу детей, с которыми они работают. И не только дети там в таком состоянии психическом, что у нас такие дети не к психологу бы ходили, а были бы в буйном отделении психиатрических больниц. Вот в таком они состоянии. Но, к сожалению, те, кто их лечит, тоже оставляют желать много лучшего. То есть у них уже мозги абсолютно свинчены. У них уже все перепутано. Вот главное ни во что не вмешиваться, не давить на детей. Они делают свой выбор. Ну, может быть, я об этом немножко поговорю после того, как мы посмотрим два сюжета. Я привезла вам два сюжета. Я вообще-то и год назад привозила их. Но мне кажется, что многие люди не видели вот эти сюжеты ТВЦ, которые я сделала вместе с автором передач. Один посвящен анализу западных мультфильмов с точки зрения планирования семьи, организации, которая опустошает территории пропагандой абортов, контрацепции, стерилизации и вот этого самого секс-просвета. Вот. А второй сюжет посвящен растлению подростков через средства массовой информации. Вы понимаете, мы должны детям как-то сохранять детство, а у них детство крадут всеми способами. Вот и мы часто стремимся какие-то вечера устраивать, подражая западным образцам, какие-то шоу, там дискотеки. А зачем? Это ж только растормаживать сферу влечений, как говорят специалисты. Ничего в этом хорошего-то нету. Вот. Дети еще успеют нанюхаться взрослой реальности совсем не всегда розовой. Вот. А наша задача все-таки, чтобы они подольше оставались чистой душой. Так что давайте посмотрим, если вы хотите, конечно, эти два сюжета. Они небольшие, но я думаю, очень инструктивные. Во всяком случае, мы старались вот с Сережей Игнатовым, автором этой передачи, вот, ну, сделать что-то полезное. Вообще это называется, как я опять забыла, эта передача называется? «Московская неделя». И бывает по воскресеньям в 11 утра. Но я в это время в церкви, поэтому я передачи эти не видела живьем. И только благодаря этому автор передачи сделал мне копию. Ему очень хотелось, чтобы я посмотрела, как у нас получилась наша совместная работа. Ну вот теперь и вы благодаря этому увидите. В России никогда не говорят о женщинах так много, как в марте. Сюжет, который вы сейчас увидите, тоже посвящен женщине. Но не настоящей, а женщине из мультиков. В сознании взрослых россиян мультфильм – это то, что априори предназначено для детей. Но почему все больше родителей испытывают сомнения по поводу безопасности и пользы для своих чад иностранной мультпродукции? Откуда это гнетущее чувство тревоги, когда мы видим наших детей, которые смотрят иностранные мультики? Откуда подозрение, что в этот момент происходит что-то неправильное и непоправимое? Мы попытаемся превратить эти сомнения в абсолютную уверенность. Большая часть продукции американского конвейера фабрики грез для детей, для наших детей, не безвредна. А то немногое, что осталось, можно смотреть только под родительской цензурой и с родительскими комментариями, иначе своих детей вырастите не вы. Вы можете себе представить, чтобы наши бабушки и прабабушки доверяли кому-нибудь незнакомому это важнейшее воспитание дела – рассказывать детям сказки? Тогда почему сегодня миллионы родителей позволяют своим детям
смотреть мультфильмы, которые не смотрели сами, об авторах которых ничего не знают, и цели этих авторов тоже неизвестны. Ведь сказка – это то, что формирует в детском сознании модель окружающего мира. Образы мамы и папы, друга и врага, добра и зла. Всего того, на что он будет ориентироваться всю жизнь, как на духовный компас. Кстати, будет ли ваш ребенок холить вас в старости или сдаст в дом престарелых, тоже зависит от воспитания, в том числе от сказок, которые вы ему рассказывали, и от мультиков, которые вы позволили ему смотреть. Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов. Из этих образов, как из кубиков, ребенок строит свою модель мира. И самым главным кубиком этой картины является образ женщины, девушки, девочки. Глядя на мультгероинь, девочки впитывают стереотипы будущего сексуального поведения. А у мальчика формируется матрица, к которой он будет бессознательно стремиться при выборе спутницы жизни, матери своих будущих детей. И речь идет не столько о внешности, но скорее о внутренних, душевных качествах, отражениями которых являются внешность и образ действия мультяшных героинь. Мы просмотрели километры американских мультфильмов, выписали на отдельную кассету сотни эпизодов, где действуют героини женского пола, и показали все это детскому психологу. Психолог была шокирована увиденным, а мы были шокированы ее вердиктом. Оказывается, героини большинства американских мультфильмов сконструированы таким образом, что систематический просмотр лент с их участием детьми ведет к угасанию функции продолжения рода. Достигается это так. Образ женщины лишается романтики и тайны путем наделения его взрослым реализмом, физиологичностью и жестокостью. Попутно девальвируются и высмеиваются традиционные для российского общества женские качества, те самые, которые прославляют наши старые добрые отечественные мультики: целомудрие, застенчивость, бескорыстие, скромность и материнство как таковое. То, что делают иностранные, главным образом, американские мультфильмы с нашими детьми, умещается в короткую формулировку – интеллектуальное растление. И это не мои слова. Это мнение профессионального детского психолога. При подготовке этого материала мы провели опрос в московской школе номер 752, а наш обозреватель Сергей Игнатов две недели перед женским праздником находился в обществе героинь мультфильмов. Мы будем говорить о механике изменения детской психики посредством подмены образов. Средства эти так просты, так часто встречаются в иностранных мультфильмах и так очевидны, что невольно удивляешься, как это проходит мимо внимания взрослых, не встречая противодействия. Из-за нехватки эфирного времени мы не сможем противопоставлять каждому отрицательному явлению западной мультиндустрии контрпример из отечественной мультипликации. Но если вам не лень, сделайте это сами по памяти и увидите, что две культуры, породившие эти мультики, идут в разных направлениях. Пойдем от простого к сложному. Цвет. Главная героиня раскрашена в яркие, ядовитые краски. Этот прием эксплуатирует свойство детской психики реагировать на все самое яркое. Таким образом, от начала до конца ролика внимание ребенка приковано к персонажу, который ведет зрителя куда захочет, не давая возможности отвлечься и поразмышлять. Поэтому, в частности, совсем маленькие дети бросают все, когда на экране реклама, и смотрят ее как завороженные. Идем дальше. Лицо. Не надо быть гением, чтобы заметить. Главные героини всех американских мультиков на одно лицо. Мало того, что это просто скучно, но ведь если представить эти черты на живой молодой женщине, то она получится страшной. Тем не менее, из-за частоты мелькания этого лица на экране, оно превращается в приобретенный эстетический стереотип. Таким образом, девочки будут стремиться выглядеть как то, чего не бывает, а мальчики, подрастая, будут безрезультатно искать то, чего на белом свете вообще не может быть. Как вы думаете, найдут ли они друг друга? Это процесс создания новой матрицы красоты, подмены красоты уродством. С другой стороны, это воплощенные в мультиках общие тенденции всего западного мира к единообразию и упрощению. Еды, питья, устремлений, мыслей, женской красоты. В российской истории подобный процесс был назван тоталитаризмом и был всемирно осужден. Почему мульт-тоталитаризм должна ожидать иная судьба? Кстати, героини от Уолта Диснея, от Warner Brothers и других конвейеров одинаковых грез не только выглядят одинаково, но одинаково говорят одни и те же слова, одинаково действуют. Такое впечатление, что они дружно повторяют то, что видели по телевизору, точно так же, как наши дети. А ведь между тем, унифицированный образ главной положительной героини – штука опасная. Судите сами. Рисуем тиражную красавицу, которую ребенок идентифицирует как добрую и хорошую, потому что его к этому приучили. Ребенок знает, что добрым и хорошим надо подражать. А потом берем и прилепляем к этому образу всякую мерзость, типа похоти, жестокости, неуважения к родителям, да мало ли еще чего. И на положительном образе героини эти паразиты незамеченными въедут в детскую душу и станут ей управлять.
мы имеем дело с величайшим изобретением технологии обработки массового сознания, универсальным подсознательным зрительным модулем без знака добра и зла. Это яркая упаковка с опасным содержимым. У меня в руках экземпляр журнала для любителей компьютерных игр. На странице 15 есть картинка, которую сейчас вы увидите на своих экранах. Это реклама эротических компьютерных игр для детей постарше, где Вовочка, устав от сексуальных побед, хочет просто поспать, но попадая в страну эротических кошмаров. Его окружают специальные девушки с лицами мультипликационных принцесс. По-моему, это следующий этап интеллектуального растления малолетних, подготовленный мультиками. Хотя, может быть, я и не прав. Вы родители, вам решать. Самый простой пример тому, как в красивую упаковку вкладывают вредное содержимое, это наделение романтической героини, той самой, которой ребенок сочувствует и подражает, атрибутами гнева, злобы и жестокости. Вы, например, можете представить себе Настеньку из «Аленького цветочка» с выражением злобы или ярости на лице? Может ли она вообще скалить зубы? Просто быть агрессивной. А вот цыганка в «Горбуне из Нотр-Дама» вполне. И многие другие тоже. Можно ли себе представить царевну лягушку, которая дерется как мужик? А вот Жасмин в «Аладдине» или Тролльша в «Шреке» делают это не просто привычно, но жестоко и со вкусом. Они делают это весело и заразительно. А ведь сегодня это одни из самых популярных у детей мультиков. Омужествление женщины в американских мультфильмах для детей приводит к смешению роли полов в жизни, что при определенных условиях в будущем может вызвать и более глубокую сексуальную дезориентацию молодых людей. А теперь ты сомневаешься во мне? Мужчина ты или женщина, все равно. Здесь новый для нас мир, и нам нужно многому научиться всем. Например, к отношению к женщинам. Так что молодежный стиль унисекс в определенной мере продолжение унисекса мультипликационного. И обратите внимание, как романтическая героиня теряет признаки женского пола и ведет себя не просто как мужчина, а как Супермен. Апофеоз этого процесса – фантастические мультики про роботов или мумий. Там, внешне оставаясь женщиной, героиня не просто мужчина по роли, не просто Супермен, но выходец из ада – демон. А теперь о садизме и предательстве в чистом виде. Вы, безусловно, видели этот эпизод из «Шрека». И наверняка видели, как смеялись дети во время просмотра. Значит, вы сами были свидетелями того, как достигается сдвиг сознания. Как на наших глазах чужие люди изменяют психику ваших детей. Это не просто сцена красивого убийства, это девальвация смерти. Этот эпизод перечеркивает всю систему детских представлений о мире. Главная положительная героиня наших сказок не может быть вероломна, она не может быть жестока, не может убивать. Помните, как Настенька из «Аленького цветочка» поет про маленькую птичку-соловушку, российский символ романтики и любви? А что соловушка и ее потомством делает Тролльша? Герои Шрека пришли из мира, где божий дар – яичница. После этого убийства ради развлечения двух рептилий, лягушки и змеи, кажутся невинными. На самом деле, это романтический атрибут сказки наоборот. Сказки, где не лягушка становится царевной, а царевна превращается в зеленую нечисть. И эта нечисть является романтической героиней антисказки. Антигероиню по ходу сюжета сопровождают антиромантические метафоры. Убийство лягушечки, змейки, птички. Точно так же, как нормальных романтических героинь отечественных мультиков сопровождает пение соловья и цветение земли. А теперь от ненависти, жестокости, предательства и мордобоя плавно перейдем к сексу в мультипликации. Подчеркиваю, речь идет о мультиках для детей. Вспомните Василис, Аленушек, Царевин и других героинь традиционных отечественных мультиков. Они даже не претендуют на реалистичность, они условны и воздушны. Их женские атрибуты внешне лишь обозначены, их женственность выражена скорее через духовные качества. Именно так выглядит мечта в детском представлении. Их американские антиподы, напротив, реалистичны, физиологичны и обладают прекрасно развитыми формами взрослых женщин, которые умеют этими формами пользоваться. Вы, конечно, будете смеяться над этим словом, но в поведении американских мультгероинь нет целомудрия, того, что отличает телепродукцию для детей от фильмов для взрослых. Посмотрите, проявляя симпатию противоположному полу, мультдивы не кокетничают, не стесняются, не опускают глаза долу. Это тертые женщины известного поведения, которые манерно, вульгарно и конкретно соблазняют. И лицо героини в этот момент не зеркало души, как положено, а функциональная часть тела. Вы помните, да, что манеру поведения героини дети копируют автоматически? Теперь прикосновения и поцелуи. В наших мультиках самая большая эротика – это сомкнутые руки героев. Поцелуй сокровенен, его физическая сторона скрыта от глаз маленьких зрителей. Поцелуй лишь обозначен. В иностранных мультиках все напоказ, как у взрослых. Губы открыты и похотливы. Прикасаться к женщине можно как угодно, как к обычной вещи. Вот Горбун из Нотр-Дама держит цыганку в позе жертвенного животного. Вот Шрек волочет свою подружку как мешок, а потом заигрывает с ней так, как с приличными женщинами не заигрывают.
но это ей нравится. В наших мультиках герои не волокут, не бьют, не хватают за что попало, потому что это не женственно, это не целомудренно. По мнению психолога, существуют мультфильмы для маленьких, где показана откровенная эротика. Вот, к примеру, популярный антропоцентричный мультик, где животные играют людей, Том и Джерри. Поведение кошечки – это энциклопедия поведения вульгарной уличной женщины. Откровенные эротические позы. Вот это, например, попка кверху, ножка приподнята. Или это одна из самых взрослых поз – голова мужчины на коленях у женщины. Эта поза предполагает сексуальные отношения взрослых. Отдельно отметим поведение кота, потому что он демонстрирует мальчикам-зрителям, как себя нужно вести с женщиной. Он демонстрирует запредельное хамство, а кошечка, как это хамство нужно принимать благосклонно. Данный стереотип поведения с точки зрения психолога, если ребенок этот стереотип впитает, исключает в дальнейшем между полами отношения любви, уважения и супружества, заменяя их стереотипом сексуального партнерства. Сексуальное партнерство же, возвращаясь к началу нашего разговора, не предполагает создание семьи и продолжение рода. С точки зрения детских психологов, взрослые стереотипы поведения, в частности эротику, в детских мультиках показывать нельзя. Это раньше времени растормаживает в ребенке сферу влечений, к чему функционально и морально, и физически ребенок еще не готов. Эти переживания не будут иметь нормального выхода и искалечат психику ребенка. В будущем это выльется в сексуальные проблемы, трудности с созданием семьи и продолжением рода. Эти мультики провоцируют в детях интерес, который должен еще долго и крепко спать. Стало быть, за физическое растление наших детей отвечают педофилы, а за моральные – западные мультики. Как утверждают все те же детские психологи, для нормального развития ребенка в период первого интереса к противоположному полу ему необходима сказка, загадка, тайна. Только через романтику и робость перед противоположным полом мальчик может стать настоящим мужчиной. Только скромная, целомудренная и стыдливая девушка способна привлекать к себе настоящих мужчин, а не уродов из мультиков, которыми сегодня кишат города. Детская стыдливость и стеснительность – это непременные условия для создания семьи и продолжения рода в будущем. Проблема настолько серьезна, наши дети подвергаются такой массированной бомбардировке недетскими образами, что возникло массовое явление, которое психологи назвали романтическим голодом у детей. Им нужна царевна из детской мечты, а им подсовывают несвежую бабищу. Им нужна романтика, любовь и мечта, а на них выливают сексуальные нечистоты. Белоснежка и семь гномов, Золушка. Я смотрела мультфильм «Белоснежка», «Алиса в стране чудес» и «Винни-Пух». «Красную шапочку», «Спящая красавица», «Красавица и чудовище». Я все смотрю, которые по телевизору идут, но иногда пропускаю. «Джим Баттон», «Том и Джерри», «Проект Зета», «Бэтмен», да, «Джим Баттон». Иностранные, они хорошо нарисованы. Ну, «Масяне», «Симпсоны», ну, «Винни-Пух», когда есть. «Шрек», «Симпсоны», «Аленький цветочек». Там «Спирит» или «Шрек», «Лило и Стич». Не советский больше, по душе. Самый главный, самый священный, самый важный для ребенка образ женщины в сказках всех народов мира – это образ матери. Когда мы стали разыскивать его в американских мультфильмах, то натолкнулись на нечто потрясающее. Мама, материнство, поэзия материнства в традиционном виде показана только в мультиках про животных, таких как «Король лев», «Книга джунглей», «Дамбо», «101 далматин». Трогательные, сентиментальные и очень добрые сцены материнской заботы к медвежатам, щенкам, слонятам и другим детенышам. А вот когда дело дошло до мультиков про людей или тех, где животные играют людей, впрочем, судите сами, вы испытаете, как говорится, истинное отвращение. Вот, например, «Утка-мать» от Метро Голден Майер. Совершенно опустившееся, маргинальное создание, которое демонстрирует свое нижнее белье мужу. В жизни так выглядят и ведут себя алкоголички. Ее голос, манеры, жесты не материнские. Даже своего ребенка она держит, как стакан. Ее поза не обороняет ребенка. Легко сравнить то, что мы видим, с нашей серой шейкой. И там образ матери. Но у маленьких зрителей они формируют диаметрально противоположные отношения к своим собственным мамам.
Вообще, в американских мультфильмах мы не встретили ни одной матери человека, которая была бы молодой, полной сил, красивой, вызывающей у маленьких зрительниц желание подражать. Все они отталкивающие. Взять хотя бы эти персонажи из мультика «Гуфи и его команда». Не молодые, не красивые, апатичные, заторможенные, с уродливыми фигурами. И еще один распространенный прием, когда мать нарисована в виде вполне благообразной, но старой женщины. В наших мультиках такими рисуют бабушек. А сейчас мы покажем вам то, что называется 25-м кадром. Зрительный образ, который появляется на экране на очень короткое время, и сознание не успевает оценить его критически. Такие образы, как правило, записываются прямо в подсознание, как гипнотическое внушение. Мультфильм «Красавица и чудовище». Вы что-нибудь поняли? Тогда давайте смотреть по кадрам. Немолодая, некрасивая женщина с чертами, искаженными раздражением и ненавистью. А на руках у нее сразу не разберешь, то ли поросята, то ли человеческие младенцы. Более отвратительный и неприглядный образ матери невозможно себе представить, потому что он совмещен с внешностью разъяренной свиноматки. Верующий человек сказал бы, что это инфернальная пародия на Богоматерь. А на заднем плане, над всем этим и выше всего этого, видна прекрасная героиня. Эта метафора воспитывает у девочек отвращение к материнству вообще и к многодетному в особенности. Либо ты хочешь стать такой же уродливой, старой и бедной, тогда будь матерью, либо вечно молодой и красивой, тогда не рожай. Девочкам как бы предлагают выбор, который на самом деле выбором не является, потому что решение насильственно, замаскированно вкладывается в подсознание. Образы женщины – это образы жены и матери будущей. И именно так они должны запечатлеваться в памяти, и не только в сознании, но и в подсознании ребенка, как мальчика, так и девочки. Для девочки это образец для подражания, а для мальчика это образец, который он в будущем должен выбрать. Разве может такая женщина возбуждать что-то, кроме грубого влечения? Я повторяю, в лучшем случае. А в худшем случае она вызывает только омерзение и к женскому полу, и к семье, и к жизни вообще. Потому что если жизнь населена такими существами женского пола, то такая жизнь безрадостна, бесперспективна. Бесперспективна жизнь, в которой женщина не продолжает род. А мне наплевать, что будет послезавтра. Детям нравится смотреть мультфильм. Но родители по опыту знают, не все, что нравится детям, им полезно. Например, в раннем детстве им нравилось совать пальцы в розетку, трогать огонь, совать в рот иголки. От всего этого вы своих детей уберегли. Так почему же миллионы россиян спокойно смотрят на то, как их детей калечат мультфильмы? Ведь ребенок имеет право на детство или нет? На этой неделе Госкомстат распространил оценочные данные о том, что численность населения России за последние полгода сократилась на 556 тысяч человек. Рождаемость в стране значительно уступает смертности, и резкое улучшение маловероятно. Мы попытались разобраться в некоторых причинах грядущей демографической катастрофы и пришли к ошеломляющим выводам, с которыми и хотим вас сегодня познакомить. То, что вы увидите и услышите в этой программе, не является вымыслом или предположением. В основу положены первые в России научные разработки по влиянию информационных технологий на сокращение рождаемости. Суть проблемы сводится к следующему. Пропаганда раннего начала половой жизни, свободы секса, сексуальной распущенности и полигамности, пробного или гражданского брака приводит к тому, что традиционная семья разрушается, из-за чего рождаемость в России – стремительно падает. Вот как выглядела рождаемость в 1976 году. В СССР на тысячу населения рождалось 19 младенцев, в США – 14, в Великобритании – 12, во Франции – 13, в Германии – 9. А теперь давайте посмотрим, как выглядит нынешняя Россия после сексуальной революции конца прошлого века. Людские потери нашей страны, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона граждан в год. И потери эти не восполняются из-за нежелания россиян рожать. Обстоятельства настолько скверные, что на их фоне рост рождаемости только в одной Москве, без регионов,
на 0,2% в прошлом году выглядит как демографический взрыв. В 2000 году Россия занимает первое место в мире по числу беременности у девочек-подростков. Если в 1976 году на 1000 несовершеннолетних девочек в СССР приходилось 16 беременностей, то к началу 21 века 105, в 6 раз больше. Это несмотря на усиленную пропаганду контрацептивов. До экспорта сексуальной революции во времена СССР количество разводов не превышало 20% от заключенных браков. Сегодня не менее 60% браков распадаются. К тому же сегодня их заключается на треть меньше, чем в конце 80-х. А теперь давайте перейдем к самому интересному. Как и какими простыми средствами, с помощью одной только информации, на практике можно заставить с виду вполне разумных молодых людей отказаться от основного инстинкта – продолжения рода. Все получается, как в анекдоте. Вы любите детей? Нет, но мне нравится сам процесс. Уважаемые родители подростков от 9 до 18 лет, не пожалейте денег и не постесняйтесь купить на любом из лотков периодику для молодежи. Выбирать легко. Издания предназначены именно для детей того возраста, какие изображены на иллюстрациях. Если вы еще не знакомы с такой продукцией, то вас поразит сексуально-генитальная тематика, которая явно из номера в номер преобладает над всем остальным. Вот некоторые темы. Как мальчику правильно раскрутить девочку на секс? Как девочке его соблазнить? Как девочке нужно правильно отдаваться? Для тех и других, как правильно мастурбировать и как это полезно? Как девочке правильно предохраняться? Способы экстренной контрацепции? Руководство, как правильно и где лучше делать аборт? Конечно же, реклама презервативов. Учитывая демографический сектор таких изданий, подростки от 12, а то и раньше, даже презервативы, не говоря уже обо всем остальном, несут функцию растления. Согласитесь, напялить на себя разрекламированный презерватив для подростка 12-14 лет – это ли не сексуальное действие? Потом, презервативы никак не мешают победоносному шествию СПИДа и сифилиса по планете. Никак не мешают они и тому, что каждый год из 3 миллионов младенцев, зачатых в России, свет видит только 1/3. 2 миллиона погибают в абортариях. И пусть никого не смущает, что вся эта конкретная и совершенно взрослая информация дается на фоне как бы заботы о здоровье юных читателей. Речь идет об изданиях с миллионными тиражами, на которые родители неоднократно подавали в суды иски о растлении малолетних. К сожалению, сложилась сейчас такая, может быть, даже парадоксальная ситуация, что дети остались один на один вот с тем ужасом окружающего мира, с этими средствами массовой информации, насилием, жестокостью, порнографией. И все только разводят руками и в лучшем случае дают совет «выключите кнопку». Практика показывает, что на сегодняшний день фактически ни одного уголовного дела в отношении издателей либо средств, каких-то иных средств массовой информации не было возбуждено. Кроме них существует масса более откровенной иллюстрированной литературы, ориентированной на малолетних. Обратите внимание на то, что эти издания унифицируют детей. Круг предложенных тем предельно узок. Поп-звезды, развлечения, одежда, косметика, музыка, секс. Вот, пожалуй, и все. Даже неоднократно осмеянная «Пионерская правда» предлагала своим читателям несравнимо более широкий круг тем. Дело в том, что тайна продолжения рода, с которой связана тайна любви мужчины и женщины, это, я бы сказала, супертайна. И когда в это вторгаются раньше времени вся экология человека, то есть и психика, и вся судьба, все нарушается. Я думаю, что это самое страшное, что можно сделать с ребенком слишком рано и не в той форме, которая отработана веками, сообщить ему сведения о сексуальной жизни. Это нарушает сакральное, то есть самое тайное, табу. Внимательно изучив молодежные печатные издания и посмотрев под определенным углом зрения телевизор, вы легко заметите, что активнее всего нашим детям навязываются следующие установки поведения. Необходимость раннего начала половой жизни, польза генитального самоудовлетворения, вред полового воздержания в юном возрасте, необходимость гражданского или пробного брака, одобрительное отношение к сексуальным меньшинствам. Огромные объемы этой информации, идентичные установки в самых разных изданиях,
Периодичность повторения и адресная подготовка материалов для демографического сектора от примерно 10 до 18 лет позволяет уверенно сказать, что мы имеем дело с целенаправленной обработкой массового сознания, итогом которой станет еще более серьезный демографический коллапс, чем тот, который мы имеем сегодня. Слишком раннее начало половой жизни надолго останавливает нормальное, естественное взросление ребенка. Для человека нет более сильных чувств, чем сексуальные. Ребенок испытывает настолько сильные потрясения, настолько интенсивные переживания, что все остальное отходит для него на второй план. Учеба, отношения с родителями и знакомыми, мысли о будущей карьере. В каждой цивилизации существует свой возрастной ценз для вступления в эту самую взрослую половую жизнь. Возраст, до наступления которого ребенок должен овладеть всеми секретами и навыками для успешной реализации себя в данном конкретном обществе. Существуют также исторически сложившиеся материальные и социальные цензы. Колым на Востоке, например. В нашей культуре это образование, работа и карьерные перспективы. Причем, чем сложнее культура, тем выше возраст создания семьи и сексуальной инициации. Слишком многим надо овладеть, прежде чем тобой овладеют чувства, которым невозможно противостоять. На каких-нибудь тропических островах нормально, когда дети начинают заниматься сексом, как только им этого захотелось. Там бананы сами падают прямо в рот. У нас же раннее переключение с решения проблем роста личности на секс чревато созданием поколения патологических неудачников. Наверное, не случайно в свободном американском обществе в прошлом году половина школьников получила не аттестат, а справку об окончании средней школы, не сумев сдать экзамены. Начиная половую жизнь, будучи еще в полной материальной и социальной зависимости от родителей, дети воспринимают секс не как неотделимую часть взрослой жизни, за которую должно последовать рождение и воспитание детей, а как игрушку, как развлечение, вроде тамагочи. Этот деструктивный навык они тащат потом за собой в свои семьи, которые распадаются при первых же трудностях. Ведь там развлечения заканчиваются. Надо жить и по возможности выживать. Раннее сексуальное начало надолго останавливает общественное становление ребенка. Дело в том, что человеку из нашего общества, из нашей цивилизации необходимо получить такой комплекс знаний, который поможет ему кормить себя, семью и стать полноправным членом общества. Раннее начало половой жизни прекращает вот все эти нормальные для нашей цивилизации процессы и вот как следствие поколения неудачников, которое уже взрастилось в Соединенных Штатах Америки после происшедшей там сексуальной революции. А теперь давайте посмотрим, как запускаются механизмы, изменяющие сначала поведение, потом личность, а в итоге судьбу ваших детей. Согласно теории социального моделирования, как дети, так и взрослые приобретают установки, осваивают эмоциональные реакции и новые типы поведения путем копирования поведения теле- и киногероев. Задача социального моделирования – создание с помощью средств массовой информации человека с заранее заданными нормами поведения. Примерно так же, как в лабораториях с помощью приятных и неприятных стимулов моделируют поведение крыс. На телевидении и в прессе создаются модели людей, которые ведут себя не так, как принято в данном обществе. Но это деструктивное поведение модели не влечет за собой видимого вреда, а в итоге вознаграждается. Как, скажем, типичный американский киногерой в конце фильма вознаграждается довольно уже надоевшими чемоданом с долларами и симпатичной бабой. В случае же моделирования сексуальной распущенности в поведении подростков наградой служат как бы окрепшие в результате этого здоровья, побежденные комплексы, авторитет у сверстников, успех у девочек или, соответственно, у мальчиков. Усиленно внушается, что безопасный секс и онанизм крайне полезны для здоровья. Моногамные семейные отношения с целью рождения детей представляются как скука и рутина. Им противопоставляется секс, как вечное развлечение без забот с неограниченным количеством партнеров, но без детей. Вот вам простенькая схема информационной стерилизации целого поколения. Кстати, существуют способы избирательной стерилизации молодежи из разных социальных или этнических групп. В частности, от ранней сексуальной инициации падает прежде всего рождаемость среди малообеспеченной молодежи. Ведь именно эти ребята читают самые дешевые издания, посещают самые дешевые клубы и по нехватке средств больше, чем богатые, проводят время у телевизора, самого дешевого развлечения на свете. А вот вам еще один штришок.
По данным Национального центра медицинской статистики США, с 91 по 99 год рождаемость среди чернокожей молодежи США в возрасте от 15 до 17 лет снизилась на 38%, в то время как для белой молодежи того же возраста эта цифра составила только 6%. То есть на каждого нерожденного белого 6 нерожденных черных. В идеале от всех этих бед детей могли бы оградить родители. К сожалению, даже в благополучных семьях они спохватываются, как правило, слишком поздно. Дети с помощью еще одной несложной информационной технологии оказываются отрезанными от родителей. Детей выводят из-под родительской защиты так, как это сделал в свое время сказочный крысолов. Делается это так. Через огромные тиражи печатных СМИ и телевизионную аудиторию самоубийственные ценности одновременно прививаются тысячам и миллионам подростков, находящимся в разных географических точках и совершенно незнакомых друг с другом. Но в итоге они становятся одним целым, потому что после обработки думают, чувствуют и ведут себя одинаково. Они безошибочно узнают друг друга на улице. Информационные потоки формируют молодежную среду, духовно автономную от родителей. Там свои авторитеты, свои ценности. В итоге родители и дети говорят на разных языках. В таких условиях взаимопонимание невозможно. Родители лишены возможности реализовать свое главное право – в нужный момент прийти на помощь детям, попавшим в беду. Все их попытки будут расценены как назойливое и недружелюбное вмешательство из совершенно другого, инородного, а потому враждебного мира. Стиль сексуального поведения детям преподносят внутри уже готового стиля жизни с особой музыкой, одеждой и развлечениями. Именно на деньги от рекламы товаров, формирующих молодежный стиль, и существуют издания для подростков. Все это называется субкультурой. Молодежные субкультуры – это легко уязвимые, закрытые сообщества, состоящие исключительно из очень молодых людей, еще недовоспитанных, недосформированных, не умеющих еще различить, что для них добро, а что зло. А вот иллюстрация того, как детей отрывают от опеки родителей, лишая последних авторитета и уважения. Делается это на подсознательном уровне, через слова. Молодежный сленг, какому бы течению ни принадлежал подросток, всегда одинаков. Посмотрите, как в этом сленге мутировали самые главные человеческие понятия. Помните, как страдал Мцыри, который никому не мог сказать священных слов «отец» и «мать»? Эти священные слова превратились в уничижительно, презрительно окрашенные термины типа «родаки», «предки», «черепа» и так далее. Так что, уважаемые родители, чтобы понять, кто вы для своих детей, почитайте молодежную желтую прессу. В результате, с виду жизнерадостная, физически здоровая и успешная субкультура, отрезанная от проверенной поколениями защиты общества старших, оказывается лишена главной функции любого биологического вида – способности себя воспроизводить. И еще. По данным медицинской статистики, никогда еще в России не было так много случаев суицида среди подростков, как в наше время. Имитация жизненных процессов не дает ощущения жизни и не проходит бесследно. Из нас двое родителей, 4 бабушки и дедушки, 8 прабабушек и прадедушек, 16 прапрабабушек и дедушек и так далее. Пирамида из тысяч предков уходит вглубь веков. Каждый из них выжил, чтобы оставить потомство, невзирая на войны, болезни и потопы. Не обидно ли, если эта пирамида закончится сегодня на вашем ребенке только из-за того, что он начитался издания типа «Кул», насмотрелся развращающих программ? Технологии демографического сдерживания с помощью информации работают, но действуют не на всех. Так что каждый решает сам, быть ему последним или продолжить род. Сергей Игнатов, Святослав Поляев, «Московская неделя». Существует очевидная взаимосвязь между наличием ресурсов, плотностью населения и терпимостью к пропаганде распущенности в каждой отдельно взятой стране. Чем выше плотность населения, тем либеральнее законы по отношению к секс-меньшинству, порнографии, проституции, в том числе детской, секс-туризму и прочей секс-индустрии. Таким образом, эти страны спасают себя от перенаселения. Но нам-то перенаселение не грозит, даже совсем наоборот. Ресурсы гигантские, и лучше, если они достанутся нашим внукам, а не просвещенному Западу. Я надеюсь. Вот я хочу еще сказать несколько слов по теме. Да, сначала покажу книгу, которая только что вышла, называется «Кто соблазнит малых сих». Это, знаете, высказывание Христа из Евангелия. Кто соблазнит малых сих, тому бы сразу лучше мельничный жернов надеть
наши, я, к сожалению, не могу точно процитировать, но, в общем, это кусок фразы. Кто соблазнит малых сих, а под заголовок, видите, какой, СМИ против детей. Вот. На самом деле средства массовой информации ведут настоящую смертоносную войну, потому что, когда убивают души, это может быть даже в каком-то смысле еще страшнее, чем когда убивают тело. Во всяком случае, это ничуть не лучше. Вот. Но вот что я вам хотела сказать, несколько слов на тему вот этой книги. Она тоже вышла недавно. Я все оставлю вот по одному экземпляру. Называется «Проклятие Хама». Это книга об отношениях отцов и детей. И о том, так ли неизбежен конфликт отцов и детей, и этот конфликт старательно подогревается. Ну, вы сейчас видели, да, как даже в этих подростковых журналах называют родителей. Родаки, черепа, предки, кони. Это же другие взрослые, они тоже чьи-то родители, наверное, а может даже чьи-то бабушки и дедушки, и им не стыдно вот этому учить детей. А понимаете, так не бывает, чтобы ребенок называл даже в своей среде, пускай, родителей родаками и черепами, а при этом их уважал и благоговел тем более перед ними. Такого не бывает, форма и содержание связаны. Вот то, что им дают такие пренебрежительные, даже ругательные слова, это на самом деле им душу перестраивают. Перестраивают вот это благоговение перед родительским авторитетом на презрение. И вот книга о том, что это не неизбежно. Это, я уже сказала, старательно подогревается этот конфликт, потому что тогда дети становятся добычей других взрослых, взрослых злонамеренных. И с помощью этих детей можно много чего сделать, используя их как массовку, в том числе и политическую массовку, что вы, наверное, видели хотя бы по телевизору на примере Киевского Майдана. Вот там произошла так называемая революция оранжевая. Так называемая, потому что это не настоящая революция, она фальшивая. Это информационная, военная спецоперация американская, которую взяли и назвали оранжевая революция. А в другом месте ее назвали революция алых роз. Грузии. Точно такая же спецоперация. А еще в одном месте, по-моему, в Киргизии, революция тюльпанов. Видите, изобретатели этих наклеек не очень изобретательны. Вот и у нас сейчас хотят организовать, может быть, березовую революцию, не знаю уж, как ее назовут для России. И вот такие дети, отвязанные, как теперь говорят, дети, абсолютно не связанные уже ничем со своими родителями, презирающие своих родителей, а поэтому не слушающиеся их, вот они и становятся материалом для разных спецопераций. А если говорить церковным языком, я уж скажу вам, что это такое, если соединить церковный язык и сегодняшний политологический, это готовит электорат для антихриста. Потому что то, что сегодня называют глобализмом, построением глобального государства, единого на всем же земном шаре, это все эвфемизмы, это все заменители, которые маскируют главное. Это построение антихристового царства. Царство, в котором все ценности человеческие будут перевернуты. Вот сейчас делаются попытки этого переворота. Например, ну, как человек, имеющий дело с психиатрией, я вам могу сказать, что наконец-то садомиты, гомосексуалисты, а их называют садомитами по названию города Содома, который 4500 лет назад был попален Богом как раз вот за эти грехи, которые так и называются содомские. Так вот, садомиты решили, что они уже не будут патологией. На каждом психиатрическом конгрессе уже в течение 20 лет, вот эти конгрессы происходят примерно каждые 4 года, на каждом психиатрическом конгрессе вот это гомосексуальное лобби продавливало изъятие из психиатрического списка гомосексуализма как патологии. Это, конечно же, тяжелейшая сексопатология. А сексопатология – это вид психопатологии. Вот так же, как бесстыдство интимное – это психопатология, точно так же и гомосексуализм,
и желание обнажаться, которое нам демонстрируют по телевизору, как новую норму. Это все психопатология, называется эксгибиционизм на психиатрическом языке. Вот эта любовь к обнажению. Или то, что вам показывают в какой-нибудь передаче типа «Окон», это называется в психиатрии вуайеризм. Когда патологический человек, больной человек, любит подглядывать за замочную скважину в чужую спальню. Называется вуайеризм. Это все виды психопатологии. Так вот, на каждом, я повторяю, за последние 20 лет в психиатрическом конгрессе они все время старались двигаться в сторону нормы. То есть всегда в среде психиатров было представлено вот это гомосексуальное лобби. То есть на самом деле или люди сами больны, а среди психиатров есть, так и называется профессиональная болезнь. Вот. Или люди, которые платили им деньги за это. И вот сначала это была тяжелая патология, потом стала просто патология, потом отклонение, потом легкое отклонение. И вот, наконец, на последнем международном психиатрическом конгрессе гомосексуалисты добились своего. Их вывели из разряда психопатологии. Вот это тоже часть построения антихристового царства, когда глубоко патологические существа теперь будут называться нормой. Но это только промежуточный этап. Вы же видите динамику. Значит, следующим тактом они себя объявят главной нормой, а людей нормальных запишут в патологию. Вот это и есть перевернутый мир, антихристов мир. Так что глобализм – это просто название. И вот эти оранжевые революции, эти псевдореволюции, они приближают антихристово царство, потому что, к сожалению, сегодня очень многие главари, идеологи и исполнители сидят в Америке. Вот. Когда в Киеве происходили эти оранжевые события, у меня там живет самая близкая подруга, я там была. Вы знаете, там просто рядом с Ющенко, когда он выступал перед народом, вот этот человек, у которого все лицо изъедено проказой, у него нет живого места на лице. По телевизору это так не видно, может быть. Но вообще-то, когда близко его видишь, то кажется, что это покойник, который 50 лет полежал в гробу, а потом нечаянно встал. Вот такой у него вид. И представляете, рядом с ним почти всегда стоял сын Бжезинского. Никто не скрывал, что это американская спецоперация, что это они насильно насаждают здесь вот такую власть, полностью управляемую Америкой. Ведь там же выиграл Янукович, а этого не признали, и продавливали, 3 месяца занимались выборами, почти три месяца свозили вот таких отвязанных молодых людей, подростков прямо из киевских школ насильно гнали на этот Майдан, ну и они там изображали народ. А народ на самом деле сидел в ужасе у телевизора и все это смотрел. Вот так создается искусственный народ с помощью вот этих вот ребят, которых разделяют с родителями. Это еще, между прочим, и мера по планированию семьи. Потому что, ну, я много бывала в Западной Европе и могу вам сказать, что там это уже все давно происходит. Там все это уже прошли. И знаете, не только дети оторваны от родителей, но и родители охладевают к детям, когда невозможно их воспитывать, когда невозможно предотвратить какое-то зло, когда невозможно им помешать, то родители бессознательно, конечно, вот мы сегодня много говорим о бессознательном, бессознательно как-то подмораживают свое сердце, чтобы оно не разорвалось от ужаса, что они ничего не могут сделать. Очень фальшивы вот эти вот новые воспитательные моды. Например, мода на партнерские отношения с детьми. Какие могут быть у нас партнерские отношения с детьми? Мы их старше, мы их умнее, мы более социализированы и так далее. Какое партнерство может быть у нас с сопляками? Это же ложь, но главное, ложь очень вредная. Иногда бывает ложь охранительная. Вот, скажем, такой миф, как то, что детей нашли в капусте. Это миф, но это миф охранительный для детской психики. Он никому еще не помешал во взрослом возрасте продолжить род. А бывают мифы разрушительные и для психики детей, и для психики взрослых.
И вот этот миф, миф партнерства, он разрушителен для воспитания. Потому что если мама или педагог партнер, а с какой стати они учат меня жить? Партнер по песочнице или по более продвинутым играм, которые бывают в школьном возрасте, он не может меня учить жить. Кто он такой? Он мой партнер, он мой товарищ. Так что вот это обрушение авторитета как раз происходит, когда внедряется такой миф, как партнерские отношения. Опаснейшая вещь. Приводящие, это уже я вам скажу как клинический психолог, в том числе и к детским страхам. Не только к невозможности воспитывать детей, но и к страхам патологическим. Потому что дети же не знают, что это модная инновация. Они думают, что если папа и мама, да еще учителя, изображают, что они такие же, как мы, значит, они такие же слабаки, как мы. С одной стороны, дети насматриваются всяких ужасов в новостях по телевизору. С другой стороны, взрослые – наши партнеры, значит, они не защита. Кто не авторитет, тот и не защита. И так разрушается вот это вот ощущение защиты. Мало того, что им внушают, что государство их не защищает, милиция сцеплена с мафией, армия продает оружие чеченским бандитам, значит, уже вообще нет никаких уровней защиты. Уже и родители, и педагоги – наши партнеры. То есть такие же, как мы. А мы себя сами защитить не можем. Нам и так страшно жить, а они еще наши партнеры. Значит, все, кранты. Очень фальшив и очень вредоносен миф о партнерстве. Не только о партнерстве, но и о том, что на ребенка нельзя давить. Эти мифы, конечно, связаны между собой. Вот это чисто глобалистские мифы. Понимаете, для того, чтобы ослабить влияние авторитетных и нормальных взрослых, а потом бы взяли в оборот вот такие дяди и тети, которые издают подростковые журналы и всякую другую гадость, всякие компьютерные игры, разрушительные для психики. Нет полезных компьютерных игр. Есть более разрушительные и менее разрушительные. Игровые автоматы – это просто форма геноцида. Вот у отца Анатолия Берестова у нас есть такой иеромонах замечательный, который занимается наркоманами и лечит наркоманов. Он бывший профессор-невропатолог до того, как он стал монахом. Он был очень знаменитым московским невропатологом детским и возглавлял кафедру детской невропатологии первого мединститута. Так вот, его помощник Изяслав Александрович Адливанкин занялся, он психолог, изучением вопроса вот этой игровой зависимости. Оказалось, что, во-первых, зависимость это страшнее наркотической. Во-вторых, это полное зомбирование людей. Когда мальчик идет на свидание с девушкой, молодой человек, а попадает туда, идет в школу или в институт, а попадает в зал игровых автоматов. Взрослый, даже старый человек идет на работу, а попадает туда. У нас есть преподаватель института, старый человек, очень известный литературовед. Вот он попал в эту зависимость и продал все, квартиру, дачу, все, что у него было. В общем, без штанов остался. Понимаете? И вот наряду со всем этим, со всей этой гадостью, обрушают авторитет взрослого и говорят: не дави на ребенка, он делает свой выбор. А ты давишь. Вот интересно, что внедрено такое слово «давление». Это типичная манипуляция сознанием. Слово «давление» ведь очень неприятное. И мы не хотим быть плохими, то есть давящими. Слово «давление» ассоциативные, как это сказать, ассоциативные тени за собой тянет очень неприятно. Давит это тот, кто причиняет боль с помощью силы, правда? Заметьте, что сейчас уже не говорят психологическое давление, когда человеку все-таки ясно, что это не применение силы, вот, а психологическое влияние. Не говорят. Говорят просто: ты давишь, не дави. Не дави ни на детей, ни на мужа, ни на друзей, ни на кого не дави. Вот. Пусть они разрушают себя, пусть они губят себя. Ты не дави, они делают свой выбор. Ну, предположим, взрослые люди пускай делают свой выбор, хотя с этим тоже невозможно согласиться. И нормальный человек очень даже влияет на своих близких, даже ценой хороших отношений.
Потому что, ну, человек же себя губит, а как нормальный человек может смотреть на близкого, который себя губит? Но когда говорят «не дави на ребенка», то мы фактически перестаем его воспитывать. Вот видите, внедрено манипулятивное, неприятное слово, и уже как-то незаметно нормальное воспитание называется давлением. А мы не давим. Пусть идет на дискотеку, пусть ему там раздадут наркотики, презервативы. Пусть он там будет бесноваться под эту жуткую музыку и слушать жуткие тексты. Я не знаю, дали ли вы себе труд кто-нибудь из вас, послушали ли вы когда-нибудь, что они слушают в наушнике. Вот опять же, помощник отца Анатолия Берестова, которого я только что упоминала, Изяслав Александрович Адливанкин, он дал себе такой труд. Он мне показал недавно эти тексты. Вот такую обыкновенную кассету, которая у каждого мальчика и у каждой девочки в плеере. Вот они сидят в наушниках, особенно в Москве. Это ужасное зрелище, потому что они в метро вот с такими отключенными лицами, над ними стоит старуха с сумками. Ни один мужчина почему-то не осмеливается этого долдона поднять и сказать: «Встань, бабушка стоит над тобой». Все их боятся уже, все боятся детей. Тоже ужасно, что взрослые стали бояться детей, стали бояться их делать замечания. Нельзя же давить на него. Он хочет сидеть, пусть сидит. Он хочет слушать сатанинскую музыку и сатанинские тексты в этих песнях, пусть слушает. А то, что он потом покончит с собой, сопьется, станет наркоманом, ну что ж, это его выбор. Вот знаете, ровно год назад я лежала в больнице, попала через скорую помощь в больницу. У меня был перитонит. И вот мне сделали операцию, а потом я, когда пришла в себя, я узнала, что это такая больница чудесная, Пятая Градская. Она называется, вернее, называлась в старое время и называется теперь, после советского времени, больница святителя Алексея Московского. И я узнала, что там есть церковь прямо в корпусе хирургическом. И вот как только я смогла ходить, это как раз тоже был Великий пост, как и сейчас, я пошла в церковь. И надо же было так случиться, что я попала как раз на чтение ветхозаветное. Дело в том, что постом принято читать книгу Бытия. Книгу Бытия, пророка Исаия и притчи Соломонова. Вот это как раз было чтение книги Бытия, как раз известный вам сюжет про Каина и Авеля, который все мы прекрасно знаем, и я тоже прекрасно знала, и сама читала неоднократно этот текст. Вы знаете, когда человек только что пережил сильную боль, как пережила я, он по-другому все слышит. И вот это был тот кусок, когда Господь спрашивает Каина, убившего своего брата: «А где брат твой Авель?» Я как-то впервые услышала совсем по-другому его ответ. Он же потрясающе ответил. Он очень неожиданно ответил. «Не просто не знаю, где». Он сказал: «Разве я сторож брату моему?» И вдруг вот в этом ответе я услышала наше сегодняшнее: «Пусть делает свой выбор». То есть на самом деле это наследники Каина только могут вот так равнодушно про детей, которых на наших глазах убивают самыми разными способами, говорить: «Разве я сторож своему ребенку? Разве я сторож брату моему? Он делает свой выбор». Вот вдруг я почувствовала, что это наследники Каина. Те, кто нам внушает, что мы должны равнодушно отстраняться от гибнущих детей, говоря, что они делают свой выбор. Вроде бы Каин, он, конечно, убил своего брата, он первый человек-убийца, но мы-то тоже равнодушно взираем на убийство детей вот этими словами. По сути, теми же самыми словами, отстраняясь, лишая себя ответственности, а главное, лишая себя здоровой боли за детей. Это здоровое страдание, когда мы страдаем о детях, а мы себе его запрещаем, потому что они делают свой выбор. Разве сторож я брату моему? Пускай идут. Мне один священник недавно, который в Подмосковье служит, сказал, что очень многие девочки, которые ходят в церковь, приходят на исповедь и признаются в том, что они ждут ребенка неизвестно от кого.
Оказывается, на дискотеках бывает такой момент, когда выключают свет. Там вот это происходит, и они не знают потом, кто отец их будущего ребенка. А мы стесняемся не пустить их на дискотеку. Нельзя на них давить, нельзя оказывать насилие. И вот таких мифов очень много, так что будьте внимательны. Самый страшный миф – это о том, что мы отстали от мировой цивилизации. Очень многие из нас просто стесняются прислушаться к своему сердцу и сделать именно правильный выбор в отношении тех же самых детей. Вот. А вдруг мы недостаточно цивилизованные, мы так отстали от мировой цивилизации. Это счастье, потому что, не знаю, как мировая цивилизация, у нас почему-то западную цивилизацию принято называть мировой. Мир очень разный. Вот я была в Непале, там совсем другая цивилизация. Я встречалась там с главой ассоциации педиатров Непала. Детских психологов, как и взрослых, там нет. Там эту обязанность исполняют жрецы. Там государственная религия – индуизм. Вот, казалось бы, они нам такие чужие, язычники, индуисты. Они нам ближе сегодняшних западных людей. Потому что у них какая-то тонкая, сложно устроенная душа. И вот что мне рассказал глава ассоциации педиатров Непала. Они все прекрасно говорят по-русски, интеллигенты непальские, их там не так много, но они все учились в университете Патриса Лумумбы. Поэтому никаких проблем общения. Он мне рассказал, а это было 5 лет назад, там еще был король. Я не знаю, по-моему, сейчас его уже свергли, но тогда там был король, и я жила в гостинице рядом с королевским дворцом. Он мне говорит: вы знаете, мы очень переживаем за вас. Как вы допустили такой разврат в стране? Как вы допустили такое развращение детей? Я говорю: а что мы можем сделать? Ну, я стала блеять, то, что мы обычно блеем в ответ. Что мы можем сделать? Средства массовой информации. Он говорит: у нас тоже средства массовой информации попробовали недавно американский сериал привести. Первую серию мы посмотрели по телевизору. И представляете, там всего-то навсего, говорит, вам это покажется смешным после всего, что вы у себя видите теперь. Вы представляете, там поцелуй показали мужчины и женщины. А для нас ориентир, он сказал, это индийское кино. Там никогда не целуются. И говорит, поцелуй был такой, вот знаете, как бывает перед постелью. Но больше ничего не показали. И все равно все жители нашей столицы, города Катманду, на утро вышли на площадь, не пошли на работу, вышли на площадь перед королевским дворцом, вызвали короля на балкон, и когда король появился, представители народа вышли вперед и заявили ему, что если сегодня покажут вторую серию, телебашня будет взорвана. И не показали. Второй серии не было. Это к вопросу о том, что мы ничего не можем сделать. Можем. Можем. Просто боимся, не хотим, неохота связываться. Вот, а дети гибнут. Так что это я к тому, что не мировая цивилизация, а западная цивилизация. Так вот, вы знаете, по отношению к этой цивилизации хотелось бы как можно дальше отползти, потому что там пропасть. Я вам уже сказала, что из окон экскурсионных автобусов все очень красиво. Но это чумной барак с евроремонтом. На самом деле это все-таки главным образом чумной барак. А то, что все так закамуфлировано чистыми общественными туалетами и улицами, которые моют шампунем, ну так не на улицах и не в общественных туалетах живут. Понимаете, не в этом дело. Это очень приятно, конечно, что там все так чисто, везде так хорошо пахнет, и люди улыбаются. Во-первых, улыбаются фальшиво, это личина. Вот жизнь у них очень непростая, а у многих тяжелая. Вот я была когда в Германии, я хорошо помню, мы же привыкли думать, что немцы, они такие обеспеченные, суперобеспеченные, самая обеспеченная европейская страна. Я хорошо помню, что я пришла посмотреть занятия своей коллеги, психотерапевта детского. Да, работают они там ужасно плохо, ужасно неинтересно.
Так что все басни о том, что там умеют работать, а здесь не умеют, ну это просто смешно, когда видишь это своими глазами. У нас нянечка в детском саду гораздо более творчески работает, чем профессор Гамбургского университета. Просто смешно слушать. Ну, по моей профессии, может, у них заводы работают хорошо по сборке машин, я в этом не разбираюсь. Но по моей профессии, вот по нашей общей профессии, педагогике, психологии, психотерапии, ну, это смешно сказать вообще, что они хорошо работают. Это было, может быть, когда-то, потому что и русская психиатрия во многом сформировалась на основании немецкой. Но сейчас ничего подобного. И вот я помню, как... Когда я закончила уже смотреть ее работу, она говорит, а теперь мы поедим. Она получает, ну, по нашим понятиям, огромные деньги, 2000 марок в месяц за очень ненапряженную работу. Они вообще не напрягаются. Ну вот. И она меня провела в какую-то свою комнату отдыха. И, знаете, достала такую мясную нарезку копченого мяса, вот, ну, где грамм 50. Мы теперь это у себя тоже все видим, а тогда я еще не видела этого в наших магазинах, ну, запаянная такая. Да, вот, вакуумная упаковка. Я тогда увидела это там. Это был 94-й год, первый мой выезд в цивилизованный мир. Она мне говорит, ешьте, иногда, по большим праздникам, я позволяю себе такое безумство. Ну, вот, так что, понимаете, ну... Это тоже басни все. Они столько платят за квартиры. У них все квартиры почти съемные. Своя квартира только у богачей. Никаких дач. Я когда рассказала своим коллегам, что у нас у многих людей, ну пускай скромные, но свои квартиры. А у некоторых есть еще и дача с 600-ками. Одна психолог мне говорит, так зачем же мы вам гуманитарную помощь посылаем? Вот. Так что, что касается западной цивилизации... Хотелось бы как можно дальше быть от нее. Вот. Но, к сожалению, вот много мифов тоже существует по поводу того, что там это жизнь, а здесь это не жизнь. Да ну что вы, куда бы я ни попала, я минуты считаю до возвращения домой. Да, здесь, конечно, пахнет плохо в подъездах, потому что писают. А в Москве и в метро. Да, здесь... Дурные всякие слова пишут на стенах. Да, здесь люди бывают грубят, а там нет. Ну, все можно забыть, вот когда немножко поживешь, как жила я. Я 3 недели жила в Германии, и я дала себе клятву, что никогда, я даже мысленно, не пожалуюсь на то, что происходит в моей стране, даже если продавщица ругнется матом. Такое тоже бывает в Москве. В Москве очень нервные продавщицы. А теперь еще и много азербайджанцев, они не понимают, что такое мат. И они ругаются запросто. Просто, ну, они не понимают силу этих слов, чужой для них. Вот. И теперь вот я каждый раз, когда я вижу помойки, дурно пахнущие подъезды, все это есть. В Москве вообще очень противная жизнь сейчас. Я вспоминаю свой первый выезд за границу, вот как я была в Германии, как все было чудесно. 3 раза в день меня водили в ресторан. Показывали все только красивое. Но когда я видела работу с детьми, или когда я одна выходила на улицу и видела размалеванных гомосексуалистов, которые гуляют в обнимку по вечерним улицам того же Гамбурга или наоборот на юге в Мюнхене, когда я вспоминала, какие глупости говорят мои коллеги при обсуждении трудных детей, я каждый раз думаю, нет, пускай здесь все что угодно. Слава Богу, что мы живем у себя дома в России. Это большое счастье. Но вот последнее, что я хотела сказать, сейчас страшная опасность грядет. Опасностей много, но одна действительно ужасающая вот для нас, для взрослых, которые растят детей, которые по роду своей работы занимаются детьми. Это так называемая ювенальная юстиция. Вот ювенальная юстиция – это смертельный номер. Что такое ювенальная юстиция? Я сама недавно не знала, что это такое. Это суды и всякие другие правовые органы для несовершеннолетних, чтобы дети могли жаловаться на родителей и педагогов вот в эти ювенальные
суды. Вот так, когда послушаешь, не зная, в каком контексте это все происходит и что это на самом деле, вроде ничего особенного, ну пускай жалуются. Действительно, бывают же такие случаи, когда родители – это изверги. Как правило, это, правда, бывает в маргинальной среде. Вот. А нам внушают, что везде сплошное насилие. Это тоже чепуха, это тоже миф. Специально, чтобы подогреть общество, чтобы оно потом, ну, ура, приняло эту ювенальную юстицию. Но действительно, насилие бывает в некоторых интернатах, в некоторых детдомах. Все бывает. Но вообще-то для этого есть уголовный кодекс, в нем все прописано, надо его исполнять. Или если там не все прописано, можно его уточнить, дополнить, поменять что-то. Зачем ювенальная юстиция? Я вам скажу, зачем. Как раз для того, чтобы нормальные, культурные взрослые не имели возможности воспитывать своих детей. Чтобы дети, которые с горшкового возраста будут учить правам ребенка, у нас же принята конвенция о правах ребенка, но она вообще-то была написана для взрослых, для юристов, для педагогов, может быть, для тех же родителей, а вовсе не для детей. Так вот, дети будут изучать права ребенка, и, например, если мама не пускает ребенка на дискотеку, это мама подсудна будет, потому что она мешает здоровому выбору ребенка развлекаться на досуге так, как он хочет. Если мама не разрешит своему ребенку посещать уроки сексуального просвещения, на которых его только разливают и разрушают его психику, как я вам уже сказала, разрушая чувство интимного стыда, эта мама просто будет преступницей, потому что она отнимает право на информацию и право на образование. Два права сразу она нарушает. И такого очень много. Просто сейчас нет времени приводить вам примеры. Примеров я знаю очень много от иммигрантов, знакомых, живущих за границей. Вот одна жена нового русского, они в свое время сбежали в Канаду, как она выразилась, чтобы мужа не замочили. Они вообще любят такие уголовные выражения. Вот эта женщина, оставив своего мужа, чтобы его, опять же, не замочили в Канаде, привезла 8-летнего ребенка сюда учиться. Потому что он там пошел в Канаде, в Ванкувере, где они живут, в школу с 6 лет. Это, кстати, очень вредно, учтите. Как бы ни был развит ребенок, ни в коем случае не надо советовать родителям отдавать 6 лет. Невротизация массовая у 6-леток, которых отдали в школу. Вот я с ними имею дело потом. Так вот, мальчик у них, ну, как говорят в народе, не поротый. То есть страшно избалованный. Как она сказала, я пришла к ним в московскую квартиру, по которой не то, что на велосипеде можно кататься, а летать на самолете можно. Я никогда в жизни не была в такой квартире. Она говорит, ребенок так страдает, ему так тесно тут. Понимаете, он привык там в Канаде к трехэтажному дому с 9 туалетами. Почему-то она назвала не количество комнат, а количество туалетов, 9 туалетов. Вот. Но у них там не только много туалетов, у них там очень много тренажеров, потому что папа, старый вор, попросту говоря, женился на женщине моложе себя на 30 лет. И папе необходимы тренажеры, чтобы поддерживать себя в форме. Она по расчету вышла замуж, эта женщина. Это был очень крупный работник МИДа, который, как только началась перестройка, вот, воспользовался этим. И каким-то образом хапнул огромные деньги, потому что она сказала, что они там в Канаде стараются держаться подальше от других русских эмигрантов, потому что неприятно, когда люди завидуют. Так что можете себе представить, что там не только 9 туалетов, а, наверное, 80 комнат. Ну вот, мальчик пошел в школу в 6 лет, а мальчик такой непослушный, непоседливый, очень демонстративный, шизоидного поведения, вот я его видела. Он все время лезет на эти тренажеры. Или лезет на них, или подсовывает руки под какие-то крутящиеся штучки. В общем, у него руки регулярно в синяках. И вот он пошел в нулевой класс. И тут-то у них начались дела с ювенальной юстицией. Его спросили тут же в школе, откуда у тебя синяки? Может быть, тебя бьют родители, может быть, ремнем?
И представляете, они не то что пальцем до него никогда не дотрагивались, они никогда ему замечания не делают, потому что, как все новые русские, ну, как большинство новых русских, они верят в какие-то идиотские новомодные теории. Вот эти верили в японскую систему, которая до 12 лет запрещает детям делать замечания. Ну, представьте себе, вот я его увидела 8-летнего, вот хоть сейчас буйное отделение психиатрической больницы его забирает, такое у него поведение. Ну вот. И он возьмет да и скажет, да, меня бьют родители ремнем. И на следующий день, без предупреждения, к ним пришел прямо отряд или наряд, не знаю, как правильно сказать, в общем, группа из ювенальной полиции. И стали и сказали, нам нужно сделать допрос. Они были в полном отпаде, они не понимали, в чем дело. И она мне объясняет, что доказать, что они не верблюды, было невозможно. Они нашли там адвоката, им пришлось обратиться к бывшему русскому, потому что они боялись, что истинно канадский адвокат донесет, что они по этому поводу обратились, и будет, наоборот, помогать ювенальной юстиции. Там же все друг на друга доносят. Сейчас я вам об этом тоже расскажу. Ну вот, они истратили безумные деньги на этого адвоката, чтобы он их как-то отмазал. Вот. Буквально через неделю к ним пришли снова уже другие представители ювенальной полиции. Мальчик опять что-то такое сказал, опять у него были синяки, он все время в синяках из-за этих тренажеров. Ну, короче говоря, она сказала, что даже при их миллионах долларов, она честно мне сказала, что они миллионеры, она поняла, что они могут разориться с этой ювенальной юстиции, и мальчика сейчас привезла учиться в Москву. Она при этом так со вздохом сказала, ой, конечно, ужасно, что пришлось вернуться в эту ужасную, жуткую страну. Здесь хотя бы не будет ювенальной полиции. А Канада такая гуманная. Вы знаете, мы с мужем там любим ходить в горы. И иногда наблюдаем на малиннике. И там можно иногда встретить мишку, она так кокетливо сказала. И вы знаете... Это настолько гуманная страна, что если вас задерет медведь, медведь будет прав. Она, видно, не знала происхождения слова «гуманная». Вот она не знала, что «гуманная» — это в переводе значит «человечная». Она думала, что гуманная страна защищает права медведей. Говорит, это же территория медведей, они так заботятся о животных. А вы знаете, вот там, где живет кит в океане, на этот участок берега, если кто-то забредет, в него будут стрелять без предупреждения. Вот какие они гуманисты. Они так любят животных. Они так защищают права животных. Ну, вот они защищают и права таких демонстративных детей. Вы понимаете, и у нас будет то же самое. Действительно затравленный, забитый, запуганный ребенок, над которым совершают настоящее насилие, он не пойдет в ювенальную юстицию. А вот такие вот демонстративные, избалованные дети, они просто будут шантажировать родителей. И даже те дети, которые никогда не донесут на своих родителей, они все равно будут жить с этим страшным знанием, что они могут посадить папу и маму. И, как вы догадываетесь, папа и мама, а также педагоги, не смогут уже быть для них авторитетными. Я была на какой-то конференции 5 лет назад, как раз это было 10-летие со дня подписания Конвенции о правах ребенка. И там выступали всякие наши правозащитники. Ну, они, как вы тоже знаете, наверное, живут в основном на иностранные гранты. Ну, и поэтому они говорят все то, что им велит Америка или Голландия, в зависимости от того, от кого они получают. Когда дети тут спадали в голодные обмороки, когда сейчас масса всяких педофилов развелось, ненаказуемых. Вот, когда детей приучают к наркотикам, и никто за это не наказывает. Это все нормально с правами ребенка, они не нарушаются. А вот когда у нас до сих пор еще не вводится ювенальная юстиция, это страшно нарушает права ребенка. И вот я помню там на этой конференции, посвященной 10-летию конвенции, выступала какая-то правозащитница, старая тетка уже, она, наверное, бабушка. Она сказала, конечно, это коснется не только родителей, но и педагогов. Это же такое страшное нарушение прав ребенка, когда педагог после звонка иногда на минуту, на две задерживает, чтобы дообъяснить урок.
Это нарушение, и ребенок должен знать, куда ему жаловаться. А если задают на дом на выходной день, ну это просто преступление, она сказала. Представляете? Так что теперь, вот если мы позволим, чтобы ввели ювенальную юстицию, которую вводят очень неприятные персонажи, что тоже показательно, Екатерина Лахова, страшный человек, который все сделал для того, чтобы у нас воцарилось вот это планирование семьи с пропагандой абортов, контрацепции и стерилизации, секс-просвета в детской среде. Олег Зыков, нарколог и правозащитник, который сделал все для того, чтобы у нас были легализованы легкие наркотики. Он ратует за это до сих пор, чтобы у нас разрешили продажу легких наркотиков, потому что они якобы избавляют от тяжелых. Но это все ложь страшная. Человек, который употребляет легкие, завтра будет обязательно употреблять тяжелые. Это тоже азы, которые знает любой нарколог, и не только нарколог. Вот он толкает эти законопроекты, это целый пакет законопроектов. И Элла Панфилова, про которую я ничего не могу сказать, про нее я ничего не знаю, кроме того, что она непотопляема при всех властях. Я просто вижу, что с ней ничего не происходит. Значит, тоже не все, наверное, в порядке с ее честностью. Но самое интересное я услышала от своего брата. Не только от его детей я слышу много интересного, но и от него самого. Когда он приехал, ну, тоже года два назад, вот, по-моему, когда он привез старшую девочку, он привез фотографии мальчика, подросток. Значит, подросток, у которого на теле нет живого места. Он был сфотографирован в шортах, представляете, все руки в татуировках, вся грудь и живот, и вся спина. Я брату своему говорю: Володя, ну что ж ты, Борьке-то не мог зубы дать? Посмотри, как он себя изуродовал. Это же навсегда. Кто за него замуж-то выйдет? Он говорит: да, изуродовал он себя навсегда, потому что пересадка кожи, квадратный сантиметр, стоит около $1000. Представляете? А у него все изуродовано. Причем это разноцветные татуировки, какие-то демонические образы, драконы, змеи, всякая гадость, в общем. Я говорю: ну так что ж, ты не мог врезать ему? Ты же отец. Он говорит: ну ты что? И мой брат, который огромного роста, вот как батюшка такого же роста, он затрясся, как заяц, когда я это сказала. Когда он только представил себе, что с ним сделает ювенальная юстиция. Он говорит: ну ты что? Я же в наручниках буду уже через полчаса. Я говорю: как в наручниках? Что, на тебя дети донесут твои? Ну дети, может, и не донесут. Но соседи услышат. Они только слышат, когда писк детский. Они сразу же звонят в ювенальную полицию, за тобой приезжают и не разбираются. Сразу тебя в кутузку везут. Я говорю: а как соседи могут услышать? Ты живешь в частном доме. Он говорит: да дома-то у нас картонные. Ты думаешь, это дом, как у вас в России? Он уже так говорит, он уже привык говорить у вас про свою страну. У нас же дома картонные, и даже 600-ок нет, говорит. Они рядом, поэтому все слышно, что происходит. Так что нет, ну что-то наказывать детей, особенно физически, это смертельно. Вот так. Так что я вам очень советую подумать на эту тему. И, может быть, обратиться в местные органы власти. И, наверное, в Государственной Думе тоже есть представители Ростова. Я почти не сомневаюсь, что они есть. Вот. Так что надо срочно действовать. Потому что вот эти люди, Лахова, Зыков, Панфилова, они хотят принять очень срочно эти законопроекты и говорят о том, что скоро у нас будет саммит восьмерки в Санкт-Петербурге летом. И вот к приезду восьмерки все должно быть сделано, чтобы мы были как в цивилизованном мире. Ну, про цивилизованный мир я вам немного рассказала. Вот, сейчас еще покажу одну книгу, чтобы вы понимали, ну, то, что я вам очень кратко сказала, если вы ее почитаете, вы поймете, что все это не какие-то разрозненные, хаотические, вредоносные действия, они очень согласованные, очень системные, очень продуманные. Это все как раз симптомы вот той самой глобализации, о которой я упомянула. Называется эта книга, может быть, странно для тех, кто ее читал, «Оргия гуманизма». Дело в том, что сегодня очень многие гадости, вот такие как ювенальная юстиция, делаются
обернутые в такую гуманистическую оболочку. Это же все мы о бедных детях заботимся, о насилии, чтобы не было насилия. И вот понимаете, очень часто то, что делают с нами, и то, как нас одурманивают, напоминает мне травлю собак. Вот когда собаку хотят отравить, то в оболочку сосиски заталкивают яд, а собака реагирует на запах и на цвет этой оболочки и проглатывает яд, и погибает. Вот так и мы, к сожалению, очень часто в этих гуманистических оболочках не только сами съедаем всякий информационный яд, но и не понимаем, что отравляют детей. Поэтому обязательно нужно обострять какой-то интуитивный нюх, чтобы не попасться, и чтобы детей оградить. И самое последнее, что хочу сказать, вот я пока говорила, я сейчас вспомнила, что когда-то, это было достаточно давно, в 19 веке, Пруссия неожиданно выиграла битву у Австрии. Если тут есть историки, они знают, что была такая битва при Садовой, это называется. И вот Бисмарк тогда сказал, он произнес потрясающую фразу, поскольку бой был неравный, но прусаки выиграли, он сказал: «Войну выиграл прусский учитель». Вот давайте сделаем все, чтобы страшную информационную войну, направленную на нашу страну и прежде всего на детей, выиграл прусский учитель. Я хотела бы поблагодарить всех присутствующих, кто сегодня пришел, чтобы познакомиться и послушать, и посмотреть, и послушать, конечно, Ирину Яковлевну. И в первую очередь, наверное, уже слова благодарности вам, Ирина Яковлевна, за то, что вы такой отзывчивый, добрый человек, что вы неравнодушны к проблемам семейного воспитания, действительно, особенно вот в современных условиях. Эта проблема очень нас беспокоит, и мы ищем новые подходы, новые формы работы с семьей. Но, по крайней мере, на сегодняшний день мы тоже не можем в море этого безобразия справиться с теми процессами, которые идут независимо от нас еще. Много очень того, что не может изменить только одна школа. Поэтому сегодняшняя встреча с вами, я думаю, что она не последняя встреча. Конечно, и будет у нас огромное желание действительно какую-то серию, в общем, возможных встреч провести для классных руководителей, для социальных педагогов, для психологов наших. Потому что я считаю, что в провинции еще сохраняется тот островок, который может спасти Россию. Таких островков, к счастью, много. Континент – это Москва, остальное все вот такие, почти все это островки нормы. Я вам могу сказать, я очень много езжу по всей стране. Вот скоро на Дальний Восток полечу, в порт Находка, его можно вот, островков полно, так что на самом деле страна, как ни странно, еще нормальная. Это Москва тоже такая. Так что спасение начнется из провинции. Вот мы будем освобождать страну от этого засилие всякой гадости, от этой оккупации информационной. Не сомневаюсь, что от этого общения здесь у нас будет много ваших сторонников и много людей, которые действительно будут работать на то, чтобы нашим детям было значительно легче и значительно, может, проще, даже после того, как они идут из школы, вот, пройти вот этот процесс социализации жизни. Поэтому я от души благодарю вас. Да нет, надеюсь, что вы приедете к нам и при следующем приглашении. И разрешите мне вот, ну, в знак признания, в знак благодарности, вот такое благодарственное письмо. Спасибо большое, такая красота. Спасибо большое. Спасибо вам огромное.